Летом работать приходится в три смены. Ежедневно в городе собирают около 900 тонн мусора. Это не считая Лазаревского района, где каждые сутки собирают еще около 150 тонн. Такого в городе еще не было, говорят коммунальщики. В прошлые годы даже в разгар сезона со всех районов вывозили в среднем только 750 тонн отходов. Это на четверть меньше. В мэрии, между тем, настаивают, утром жители и гости города должны видеть только чистые улицы и никакого мусора. Не везде это удается сделать, но городская черта, пляжные территории, центр города мы, естественно, стараемся прежде всего держать в самом идеальном, скажем так, состоянии. Пока еще отстают окраины, сельские территории. Но это мы тоже наверстаем. В общей сложности по городу курсирует около 80 мусороуборочных машин. Вывозить приходится не только твердые бытовые отходы, но и крупногабаритный мусор. Для таких целей используют машины, оснащенные специальным бункером. В спецавтохозяйстве говорят, справляться с уборкой было бы намного легче, если бы и сами жители проявляли большую сознательность. Люди часто перегораживают своими автомобилями подъезды к контейнерным площадкам. При этом оставляют там не только бытовые отходы. Строительного мусора удвоилось с прошлого года. Очень много люди проводят ремонтов своих квартир, сбрасывают на контейнерные площадки. Что делать категорически нельзя, потому что он не относится крупногабаритным отходом. Строительный мусор, напоминают коммунальщики, они вывозят отдельно. Для этого в САХ необходимо подать заявку и оплатить работы отдельно. А вот тех, кто пытается сэкономить после ремонта, ждут серьезные штрафы. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.